Батареи можно включать хоть сегодня. В центральной части мяса, которую обслуживает предприятие НСР, стопроцентная готовность к началу отопительного сезона. Запланированные ремонты сетей тепловых узлов закончены в срок. Проверка состояния ТЭЦ ОАО «НСР» тоже полностью завершена. Сделано главное – капитальный ремонт турбинного оборудования, водогрейных и энергетических котлов. Пришлось частично заменить трубы и запорную арматуру. Важная часть работ в этом году – реконструкция устройств парового котла номер 5. В долгосрочной перспективе улучшится сгораемость природного газа, а значит, снизятся выбросы вредных веществ в атмосферу и увеличится производительность котла. Также в этом году в рамках долгосрочной инвестиционной программы продолжена работа по восстановлению электрической мощности турбогенератора номер 1. Ожидается, что новая паровая турбина будет включена в работу уже предстоящей зимой. Она позволит вырабатывать дополнительную энергию и экономить порядка 7000 тонн условного топлива в год. Также НСРом, входящим в группу компаний Евросибэнерго, была проделана колоссальная работа на городских тепловых сетях. Вот за эту неделю все оставшиеся, так сказать, недочеты, замещения снимаются, и город войдет в отопительный сезон. Все виды, так сказать, ремонтов и подготовки завершим ближе к ноябрю, но для того, чтобы, так сказать, отопительный сезон, так сказать, начать нормально, значит, мы готовы на 100%. В этом году без учета аварийных мест заменили более 4 километров изношенных коммуникаций, смонтированы 1000 квадратных метров теплоизоляции. По 42 адресам продолжается восстановление нарушенного благоустройства.